противу воду, чистую воду, можно получить путем замораживания, а потом размораживания ее. Если правильно, то надо, конечно, слить легкую воду, потом остается та вода, которая самая хорошая, без токсинов, без примесей всевозможных, а потом разморозить тяжелую воду и вылить ее. Но я вот так вот бутылки за ночь она разморозилась, и внутри вот еще там есть такой лед чистый, прозрачный, но в основном уже остался такой стержень, такой уже мутной, ну, белой воды, непрозрачной. Поэтому ну, попробуйте вы, проэкспериментируйте. Я когда-то делала это все по-настоящему. И, возможно, сейчас, когда в морозильном шкафу освободилось уже место, можно действительно попробовать замораживать воду и пить размороженной. Она структурированная, она очень полезная для организма. И хотя у меня вода с фильтра, фильтрированная и или фильтрованная, и там даже стоит бактерицидная лампа, но тем не менее вот есть вот такое количество воды, которое, ну вот, непрозрачное. Возможно, вы мне скажете, что это те соли, ну, кальций, фтор, что там еще может быть в воде полезное, нужное нам для организма, потому что наша система очистки воды, она не имеет двойного или того возвратного осмоса, то есть она не дистиллированная, она с солями. Возможно, эти как раз все соли, которые нужны для организма, они здесь и остаются. Ну, давайте поговорим на эту тему. Вы себе тоже почитайте, обратите внимание на то, какую вы воду пьете. Я сейчас попробовала эту воду, ну, очень вкусная, вкусная, но она у нас и так хорошая. Но считается, что размороженная вода, она имеет правильные кристаллы воды, имеют правильную форму. И я просто снимаю это видео для чего? Для того, чтобы вы задумались, какую вы воду пьете, попробуйте вы заморозить, разморозить, почитайте об этом. Ну и я тоже, если надо будет, мы еще изучим, разовьем эту тему на моем канале, потому что мы все знаем, что мы состоим на 70-80% из воды. Дети, которые рождаются, только младенцы, говорят, на 90%. Люди, которые помирают в старости, менее 50%. Ихняя клетка высыхает. И люди, которым как раз нужно воду пить, им не хочется пить. Поэтому о воде много. Много можно говорить, потому что она полезна. Мы состоим из воды. А естественно, вода заряжается теми нашими мыслями, словами и имеет качество не только в виде физического, что я вот сейчас показываю, а и энергетическое, насыщается теми всеми и мыслями, и пожеланиями, и все, что мы говорим друг с другом, о друг друге, что мы слышим вокруг себя, все это оседает невидимо в нас, потому что мы это есть вода. Ну вот такая тема, которую я только начинаю и о которой хотела бы поговорить больше и больше. Будьте здоровы, счастливы, пейте много воды. Каждому надо не менее 2-2,5, а то и 3 литра воды. Пейте воду чистую, свежую, хорошую, с хорошими мыслями и пожеланиями. Будьте здоровы!